На Южном Урале объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей. Это означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий. В Челябинске первые осадки выпали уже сегодня в обед. Сильный ливень прошелся по нескольким районам города. Гидрометцентр сообщает, дожди пройдут в нескольких регионах России, Краснодарском крае, Приморье, Свердловской и Челябинской областях. В большей степени влияние этого циклона скажется в северных районах Челябинской области. Здесь вероятны дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы около 7-12 днем 17-22 градуса, на юге теплее и меньше осадков. То есть там погода будет более благоприятной. На юге Челябинской области до 26 градусов тепла в дневные часы. Последующие дни осадков станет меньше в среду, в четверг, а температура воздуха понизится на 5 градусов. Циклон к нам переходит с центральной части страны, от Москвы и Подмосковья. Там ливни обрушились недели ранее и достигли половины месячной нормы осадков. На Южном Урале сильным дождям будут сопутствовать грозы. В Челябинском гидрометцентре уточняют, что дожди будут идти на территории региона до 8 сентября. И предупреждают, что возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба имуществу.